Разве здоровье не чудо? Среди множества профессий есть та, чьей важности нет равной. Профессия врача одна, главенство держит полноправно. И только врач в час роковой начнет бороться за спасение. Больного тела исцеление. Наградой будет дорогой. Хороший врач поможет всем, чем может, в меру своих знаний. Сперва осмотрит, и затем начнет лечить из всех стараний. Он мастер своего труда, доброжелательный, умелый. С таким и горем и беда, он будто маг в халате белом. Коллектив Иркутского областного кинофонда от всей души благодарит работников медицины за ваш самоотверженный труд. Мы благодарим каждого, кто в это непростое время стоит на страже нашего здоровья. Уважаемые наши медики, желаем вам терпения, выдержки и, конечно, здоровья. Мы с вами, друзья!